Доброе утро. Бриллиантовый цирк принимает гостей из живописной Бурятии. С 21 октября по 5 ноября в Якутске пройдут большие гастроли государственного цирка Республики Бурятия. Цирк Бурятия представляет фантастическое шоу «Легенды Байкала», посвященное году экологии в России. И мы рады представить вам наших утренних гостей. Это Анна Чжан, заслуженная артистка Республики Бурятия, и Туяна Дагданова, художественный руководитель и режиссер. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Прекрасные девушки. Ну, расскажите, что же ждет якутского зрителя на этом захватывающем шоу «Легенды Байкала»? Этого бояться. Мы впервые приехали всей труппой в Саха-Якутию, в бриллиантовый цирк Якутии с новой программой «Легенды Байкала». Эта программа создана на мифах и легендах бурятского народа, где каждый номер олицетворяет какой-то миф, какую-то легенду. Самая интересная легенда – это легенда об Енисее и Ангаре, где прекрасная дочь Ангара, дочь Байкала, единственная река, которая вытекает из озера Байкал, влюбившись в Енисея, убегает от отца. Эта легенда будет в номере, в воздушном номере на ремнях. Вот как раз у нас постановщик Анна Чжан этого номера. Также номер «Подкидные доски», акробатика на подкидной доске. Это легенда о волке. Также у нас игра с хула-хупами, с обручами, это шаманки. Ну, то есть мы расскажем о нашем народе, о народе, который живет на берегах Байкала. Ну, достаточно-таки обширная программа, интересная. Но если вот все-таки говорить о том, что вот Государственный цирк Бурятии, он еще, в принципе, и очень молод, но тем не менее все его участники, они уже побывали на всероссийских и на международных фестивалях. Вот расскажите об участниках и цирка Чака, и вот о себе все-таки, забегая вперед, мы пока не будем раскрывать, кем вы, в каком виде предстанете перед зрителями. Ну, у нас, конечно, очень большая, обширная география наших гастролей. Мы были на международных фестивалях, на всероссийских фестивалях, и могу сказать, даже мы знакомы с артистами цирка Саха-Якутии. Да, мы были с ними на фестивале в Италии, в Атино. Вот первый раз познакомились там. Ну и, конечно же, были на таких фестивалях, как Монте-Карло, Вучау, в Мексике. В общем, были на разных континентах и странах. Анна, ну в каком образе вы предстанете в шоу «Легенда Байкала»? Образ Будды, номер богини Байкала. Это номер групповой, каучук. Каучук. Да, девушка каучук. Так. Ну, тяжело вообще быть вот так вот, как даже сказать, гнуться, да, наверное, правильно, или как вот. Ну, конечно, тяжело. То есть нет этого. Сейчас, конечно, это уже и делается все с легкостью. Когда начинали, это было все тяжело, слезы, это терпение, закалка характера. Сейчас это любимая работа. Но вы давно в этой сфере? Достаточно. Да, больше 20 малых лет. Малых лет, да? Да. Ага. Туяна, ну программа какая ожидается, да? Да, в программе, значит, мы приехали артистами, 16 человек артистов, у нас труппа достаточно компактная, молодая, и в этой программе у нас, в принципе, есть все номера, есть веселые клоуны, конечно же, есть гуттаперчевые девушки, есть воздушные номера, у нас очень много воздушных номеров. Впервые мы привозим номер «Колесо Сира». Это, значит, акробат вращается в большом колесе.
Это такой новый жанр в цирковом искусстве, мы его освоили. Также будет туго натянутая проволока, квилиберная туго натянутая проволока. В общем, мы максимально постарались. Программа где-то у нас длится 2 часа с антрактом. То есть, достаточно. Да, угу. Зрители могут посмотреть. Так как мы впервые в Якутии, нам хотелось привести как можно больше интересных номеров. Конечно. Для нас это большой опыт познакомиться с артистами цирка Якутии, поделиться опытом, перенять опыт. Для нас это... Спасибо, уважаемые девушки. Мы обязательно приглашаем всех наших телезрителей. Уже с завтрашнего дня начинаются. Ага. Да, конечно.